Любишь мультфильмы? Конечно, люблю. Какой твой самый любимый? Барбоскины. За что ты их любишь? Я много смотрела их в детстве. Любишь мультфильмы? Да. А какой твой самый любимый? «Каникулы в Простоквашино». А почему? Ну, нравятся советские мультики. Любишь мультфильмы? Да, очень. А какой любимый самый? «Время приключений». А почему? Из-за рисовки и сюжета. Ты любишь мультфильмы? Да. А какой твой самый любимый? «Легенда об Анге». А почему ты его любишь? Там много разных интересных персонажей. Ты любишь мультфильмы? Люблю. А самый любимый у тебя какой? «Стар против сил зла». А за что ты его любишь? Там много экшена, магии. Скажи, ты любишь мультфильмы? Конечно. А какой твой самый любимый? «Опасный Генри». А почему он тебе нравится? Да, он очень смешной и интересный. А сам бы хотел научиться создавать мультфильмы? Да, очень хотелось бы. Да. Да, было бы интересно. Да. Да, мне кажется, это интересно. Конечно. А сам бы хотел научиться рисовать мультики? Да, люблю. Скажи, а ты много знаешь об истории Сибири? Ну, узнаю, но не так много. А хотелось бы узнать побольше? Да. Любишь смотреть мультфильмы? Хочешь научиться их создавать? Хочешь узнать много нового и интересного об истории Сибири? Приходи к нам в Мультсибирь. Мы тебя научим. Мультсибирь приглашает школьников 12-15 лет для занятий мультипликацией и встреч с писателями, историками, краеведами.